За время проведения творческого конкурса, а именно за 2 месяца, в управлении ГАИ области поступило около 1000 работ. Учащиеся общеобразовательных учреждений профессионального и среднего специального образования, а также социально-педагогических учреждений и учреждений внешкольного образования и обучения прислали девизы, фотографии, видеоматериалы, призывающие к соблюдению правил дорожного движения. В период времени с 1 октября по 1 декабря 2019 года на территории Брестской области был проведен творческий проект для детей и подростков «Добрая дорога». Основная цель проведения данного мероприятия – это, конечно же, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Ребята принимали участие в различных номинациях, их было всего 4. Это конкурс анимационных роликов, конкурс видеороликов, конкурс на лучший девиз и лучшую фотографию, пропагандирующую соблюдение правил дорожного движения. Каждая из представленных работ участников была по-своему интересна и креативна. Некоторые из них удивляли своей искренностью, а другие – своей глубиной и масштабностью проделанной работы. Участвовал в номинации «Видео». Участвовал не только я, еще и наша группа Х21. Как бы наш колледж искусств, ну, получается, всегда принимает активное участие во всех конкурсах. Стараемся. А главное, в каждом творческом материале, будь то фото, видео или девиз, прослеживалась мысль о том, как важно задумываться о своем поведении на дороге. Очень хороший конкурс, призывает всех детей не нарушать правила дорожного движения. Это меня, в принципе, сподвигло на то, чтобы свои фотографии прислать на этот конкурс. Меня подвигло это, потому что правила дорожного движения, они очень важны. Я хотела побольше о них разузнать, и для этого вступил в участие конкурса. И, конечно, любой труд, творческий особенно, должен быть вознагражден. А потому организаторами конкурса были подготовлены призы. Для каждого ребенка момент награждения стал волнительным и долгожданным. Получить заслуженное признание за проделанную работу всегда приятно, особенно, когда работа сделана от души. Любая деятельность всех заинтересованных структур, как структур образования, так и государственной автоинспекции и других ведомств, которые сегодня обеспечивают безопасность наших детей, категорически важна. Но без вовлечения в эту деятельность самих детей, наверное, она будет неполной. Можно заниматься пропагандой, можно заниматься разъяснительной работой, но ничто так не подвигает к размышлению ребенка, как собственное участие в каких-то творческих делах. После того, как подарки нашли своих счастливых обладателей, всех мальчишек и девчонок ждал сюрприз – встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с героем из любимых мультфильмов возле новогодней елки, интерактивное представление и хоровод. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.